Привет, зрители! Это у нас слизняк. У него там открылась дырка. Это значит, что он дышит. Это моллюски. У них раскрас пятнистый. И у них похоже тело на змею. Он уползает из кадра. Упал. И у нас стоит такой вот батончик. Прикольный. Он длинный. Достигает до 9 сантиметров. Слизняк – это улитка-бомж, который живет без панциря. Здесь у него есть такие вот чешуйки. Вот, как у змеи. Все слизняки водятся только в сырости. У каждого слизняка есть слизь. У них внутри есть такой вот шарик, фиолетовый, который там наполняется воздух. Он сейчас где-то 4 сантиметра. Когда они превращаются в клубок, они 3 сантиметра. У него глазки вырастают до 2 сантиметров, а у него 1 сантиметр. В глаз есть такие вот зрачки.